Я смотрю на эти молодые лица, лица участников подросткового молодежного клуба «Чайка», их руководителя Елену Владимировну Изотову, и понимаю, что есть какая-то высшая сила, которая собрала их вместе и ангельской рукой руководит их жизнью, их поступками, мыслями. Этот короткометражный фильм – видеоотчет о концерте, организованном участниками клуба, как подарок, как дань памяти ко Дню защитника Отечества для ветеранов Великой Отечественной войны, защищавших наш город. Спасибо.
знімаю тут хімічна заміночка. Лізавіта в студію. Thank you.
ты рядом со мной. За родимый край, песни моего, чьи песники гора. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Никого не допускай, следить буду строго. И сверху видно все, ты так и знай. Мы бравые, весело, весело. Чего ж ты, милая, у нас и нас повесело. Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные гудва. Но так вот завтра не болела голова. Пора. Дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над мирным порогом прошу себе крыло. Пускай сюда забросит нас далеко. Пускай! И в сердце только никого не допускай. Среди буду строго, и сверху видно все, ты так и знай. Правые, 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 ну что ты слазили под ручки нас кудрявые. Мы увидим крыльников еще и поцелуем горячо, и где-то просто двигаем еще. Пора в дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над мирным порогом, как у серебряные, по тебе крыло. Никого не допускай, следи, буду строго. Если увидно все, ты так и знай. Отнимем вечером, вечером, вечером. Когда пилотам скажешь, прямо делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём. И нашу песенку любимую споём. Пора. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над мирным порогом хочу серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко. Пускай ты в сердце только никого не допускай. Следить буду строго. Если будет на все, ты так и знай. Ты, 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 ты,